Всем привет, с вами Малка, и мы начинаем с Честером конкурс. Сразу начнем с самого интересного, призовые места. Разыгрываются игры. Третье место получает Seven Days to Die. Второе место получает Rainbow Sage. Первое место получает PlayerUnknown's Battlegrounds. Что? Что нужно сделать, чтобы победить? Лишь всего лишь легкий квест. Первое. Подписаться на канал Молоко Play и Честер Броумен. Поставить колокольчик, чтобы знать о новых выпусках. Второе задание – вступить в группу ВКонтакте и Steam. Третье – сделать репост в группу ВК, закрепить ее на странице своей. А имена победителей уже будут известны 3 июня. Да пребудет с вами сила молока. Всем пока!